Можно даже здесь. Хорош. Давай две, блин. Добрый день. Добрый. Баллончики, что-нибудь там есть? Ну, вроде нету ничего. Вроде все, что можно было оттащить, оттащили. Ага. Попытались своими силами, потом можно было оттащить. А, понял. Да. А кто у вас? Ты позвонил старты? Я. Ты? Переговорим потом? Да, попозже. Маленько подтущу, потом разберем. Давай. Там можно вот с той стороны его попасть. Воды тут нет, я сливался трехкубовый. Пусть таскает, ты давление дай. Слышали? Давай. С той стороны можно оторвать стенку. Сейчас посмотрим, давай. Ну, давай я пойду лезть здесь. Давай. А второго ствола нет у нас нормального? Нет, они его не положили или убрали. Еще одну линию протяну. Нет, только не надо. Вадику скажи, чтоб давление поднял. Угу. Чтоб давление поднял. Круто. На снега. Денчик, я запутался. Сейчас этот штурмовку принесет. Не знаю, наверное, отсюда начнем. Да? Да-да. Да нет, нахера. Внести? Да пусть валяется. Здесь, наверное, где-то будет обеть щель. Полтишу щель. Да. Oh,
Я не верю. Ай. Сколько тут снега, где он заправляется? Вот стоит. Он с обычного шланга заправляется. Ага. Тоже неплохо. По сути, воды тут хоть нет. Да, набираем там час. Дюк, нихера себе. Хватит. До колена было. Выше колена уже вообще не интересно. Рома, линию подтяни. А, ты тоже туда забрался, молодец. Помпу будем ставить, вот он. Да. Иди, 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 с водителем. Я сам давно уже ничего не тушил, что-то даже устал. Так там будет обоим удобнее, мне кажется. Да, верно, да, верно. На приеме. Вот так.
готовым, шкалопа нет. Сейчас отправлю. Рома, дуй к помпе. К помпе, говорю, иди к Вадику. Багор возьми, Вадик. Вот. Да что ж так скользко? Зачем бойца утомил? Он у тебя помпу принес и умер там, блядь, в снегу. Да что ты так с ним? Мог бы сам помпу донести. Пожарники тут какие-то воду, блядь, свою налили, скользко-то как. Вообще. Ты учись сначала расправлять, реально так удобнее будет воду выливать. Рукав, говорю, учись сначала расправлять, так удобнее будет воду выливать. Он у тебя смотри какой. Эй! Скользко, Вадик, почему так скользко? Здравствуйте. Здравствуйте. Не матерись, я так-то снимаю. Эти нехорошие рукава, да? Можно сразу смотреть? Как мышка? Вот этот, по-моему, да, конченый. Заплатки нет. А? Которая от машины первая. Ну да. Это запомни. Ай? Ну пусть перематывает. Да не ты. А Вадик. О, здравствуй. А теперь наверх. Как тут глубоко. Везде вот эти вот весенние какашки. Что ты думаешь? Ты не думай, ты залезай. Что ты угрожаешь мне этим хомутом? Вот ты вот так возьми, главное это, да, чтобы не слетел.
Ты старенький, ты просто уже прицел сбит, в дырки попадает. Это я, кстати, вырезать не буду. Ты прям смотри, молодой, блядь. Ты просто высокий. Мне ростика чуть-чуть вот не хватает. Да, конечно. В то это время, конечно, растишки не было. Кора только там березовая, там что вы там ели, бобров. Не-а. Не пойду. Ты меня обманываешь, как всегда. Не-не-не-не. Нет, ты обманываешь меня опять. Мне страшно. Ну пойдет. Булька, да? Что ты думаешь, если я туда встану, ты со мной одного росточка будешь? Ну давай. Взрослые дяди. В лужи где? Ну я все равно буду, понял, да? Ты сколько росток? 186. Ну что он там, проволочки там? Идите, проволочки крутить. Жив, спасибо, мужики. Да не за что. Лестницу да двинь до конца и закрепить.